Ребят, вот такой вот 10-миллиметровый голый валенок от бренда New Deep. Отличный, мягкий и очень теплый носочек. Здесь снаружи голый шлифованный неопрен, внутри пора открытая. Изнаночка, ребят. Вот так он выглядит изнутри. Подошва усилена нейлоном, в частности для того, чтобы нога ваша не скользила при передвижении где-то по сухому. И еще для того, чтобы сохранить на подошве защитное покрытие. Здесь все Duratex. Есть один важный нюанс. Подошва в этих носках выполнена из компрессионного неопрена. В зависимости от партии может быть разная марка неопрена. Здесь сейчас эта шейка компрессионная. То есть даже на ощупь чувствуется, насколько она плотнее, дубовее, чем сам весь остальной носок. Очень теплые, очень комфортные носки. Для тех, у кого калоши маленькие, ноги большие, это вариант для вас. Потому что здесь нету дублирования ни изнутри, ни снаружи. То бишь, по факту, он тоньше и, возможно, встанет в ваши маленькие калоши. New Deep. Не нужно бояться того, что якобы вы можете smooth skin 10 мм. При ходьбе там порезать или прочее. Отлично таскается голый шлифованный неопрен при охоте в наших водоемах. Если же вы там где-то что-то зацепили, все-таки проткнули, порвали, он также хорошо клеится обычным неопреновым клеем. Гораздо лучше, чем нейлоновые носки. Не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте. Супер, рекомендуем. На мне носок размера 42-43, вполне комфортно. Размер, длина стопы 27 сантиметров. В принципе, из-за отсутствия дубляжа нейлона внутри, можно бы даже было попробовать на размерчик меньше. Но это как кому. Пробуйте сами. Для меня 42-43 как раз в размерчик.